не разъехались. Сегодня примерно в 11 часов утра на дороге из Юбилейного в Солнечный рядом с Монаховым прудом произошло ДТП. Столкнулись две иномарки. По предварительной версии, автоледи не уступили друг другу дорогу, в результате чего Mitsubishi Lancer вылетел на обочину и врезался в дерево. Водителя с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. Вторая участница аварии не пострадала.